Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я готовлю обалденно вкусный и быстрый яблочный рулет. Начинаю я с теста. Берем 3 яйца и взбиваем миксером на высокой скорости. Постепенно всыпаем 130 грамм сахара и взбиваем в течение 10 минут до пышной светлой массы. Пока яйца с сахаром взбиваются, подготовим начинку. Берем 4 яблока и натираем на крупной терке. Убираем сок. Добавляем 1 столовую ложку лимонного сока. Немного лимонной цедры и хорошо перемешиваем. Добавляем 2 чайные ложки сахара и еще раз хорошо перемешиваем, и начинка готова. Яичная масса у меня уже хорошо взбилась. 120 грамм муки добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя, хорошо перемешиваем. Добавляем 10 грамм ванильного сахара и просеем муку с разрыхлителем. Аккуратно перемешиваем лопаткой снизу вверх. Форму, в которой будем выпекать, застилаем пергаментной бумагой, смазываем растительным маслом, выкладываем начинку, хорошо распределяем по всей форме. Выливаем тесто, также хорошо распределяем поверх яблок. И отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 20 минут. Готовый бисквит накрываем полотенцем, аккуратно переворачиваем начинкой вверх. Снимаем пергаментную бумагу и сразу же заворачиваем плотным рулетом. И оставляем рулет полностью остыть. У готового рулета отрезаем края, сверху посыпаем сахарной пудрой и рулет готов. Нарезаем по кусочкам и подаем чаю. Рулет готовится очень быстро, получается очень вкусным, так что попробуйте приготовить. Я уверена, вам такой рулет очень понравится. Также не забываем ставить пальчик вверх, подписываться на мой канал. А вам я желаю приятного аппетита и готовьте с удовольствием!